Редкое явление в наших краях. Огромная стая цапель. Опа. Вот я ехал просто по дороге и заметил их. Обычно тут цапли поменьше на полях обитают. А это прям... Не помню, как они там называются точно по-научному. Но это самые большие цапли, которых я здесь видел в Таиланде. Ну вот, я их спугнул. Сидели спокойно. Вот, кстати, они на дерево. На какое-то... Ну, я думал, что... Ну, я думаю, на какое-то дерево сейчас засесть должны. Ага. Руки чуть у меня дрожат от внезапности встречи с этими прекрасными животными. Кружат, кружат. Наверное, ждут, когда я выйду. Ну ладно, поеду дальше по своим делам.